эти космонавты летают, я их так называю, серфингисты. У них там раздолье. Ох, взлетают, как их полоскают там. Подготовка полным ходом идет. Директор пляжа убежал в море. Ну, вас снимем сейчас. А вы, может, это самое? Да, может быть, это самое. Вы кругосветку собираетесь? Кто-то катается, а кто-то только набивает. Знаменитый путешественник, тут в Приазовье родился, на яхте вокруг земного шарика путешествовал. Это я фамилию его забыл. И сколько это самое? Ну ничего, он сейчас опять какое-то путешествие собрался. И что, кусок пластика кучу денег стоит, наверное. Да, завтра будет, да, у вас выход? Сейчас, так, завтра. Не, ну завтра соревнования, да? Да. Подготовка идет. Подготовка. Ну, я смотрю, там уже кто-то катается, да? Да, сейчас видим, что прошедший. Сил нету, да, долго? Полчаса на выход. А много людей должно собраться? Есть какие-то данные за участников? А, я понял. Зарегистрируется много обычно, а приезжает, ну, как сможет, да? На берегу Федотовой косы уже который день непогода. Штормит. Облачно, холодно кажется. Не очень приятно купаться и загорать. Бархатный сезон не удался. Но зато на берегу Трюкского лимана посмотрите, сколько машин, сколько людей. Это собрались участники и гости соревнований по серфингу. У болельщиков есть прекрасная возможность сегодня поддержать кулачки за своих любимых спортсменов. Вернее, не старт, а стартовая процедура. То есть через 25 минут стартовая процедура второй гонки. Дополнительное объявление о сдвиге будет через 15 минут. Возможно, это время будет еще подвинуто. Девушка, что у вас за надпись на кармане? Здравствуйте. Здравствуйте. Соревнования у вас? Да. Много людей, да? Да. Хорошо. Отлично. Поздравляю. Спасибо. На новом месте новый бизнес хорошо, да, идет? Или нет? Да. Сейчас... Медузы. Медузы, да? А сколько участников зарегистрировалось? Около 50. Больше 50, да? Люди с хорошим настроением, все улыбаются, довольные. Они рады, что ветер, да? А сейчас все участники соревнований уже находятся в воде. Подтягиваются поближе к стартовой линии. Выстраиваются ровными шеренгами. Погода налаживается, солнышко выглянуло из-за облаков. Сейчас поднимется парус желтым флагом. Старт. И все несутся вперед по водной глади. Скоро все скроются из глаз. Нам остается ждать участников на берегу. Два человека немного замешкались. Ну, я думаю, они скоро нагонят остальных и будут участвовать в соревнованиях. Я вам хочу сказать, что бархатный сезон
всегда будет удачным. Вот такое время года очень приятно приехать на Азов, подышать свежим воздухом. Ежегодно проводятся соревнования. Это зрелище стоит того, чтобы приехать в это время и насладиться такими прекрасными соревнованиями и природой. Серфингистов снимать бесполезно, они очень далеко уже ушли. Будем ждать возвращения. Наблюдаю за серфингом. Такие пируэты делают так высоко. Посмотрим, что он сейчас на этот раз делает. Выходят многие, устали.